О том, какие мосты еще связывают наши субъекты и насколько они крепки, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эксклюзивном интервью ТНВ в Москве. Сергей Семенович, а какие из совместных проектов вы считаете наиболее интересными? Самый интересный, пожалуй, тот, который мы реализуем последние 2 года, это создание суперинновационного транспорта электробусов, который создан по техническому заданию Москвы на КАМАЗе, и я без всяких обиняков считаю, что это один из лучших мировых проектов в области экологического городского транспорта, и у которого огромное будущее, огромное, без привлечения огромное будущее. Помимо этого, это огромные проекты, связанные с поставками сельского хозяйства, продуктов сельского хозяйства в Москву. Сергей Семенович, ну как вы, конечно, знаете, текущий год в республике юбилейный. Как вы считаете, на ваш цепкий профессиональный взгляд, с каким достижением Татарстан пришел к этой юбилейной дате? Я думаю, главное достижение, что Татарстан работает как единая команда. Вот. Не о всех регионах это возможно сказать. А о Татарстане это возможно сказать. От самого низового уровня до руководства республики это какой-то цельный организм, который заряжен одним, он заряжен энергией, задачей прорыва, задачей движения вперед. И вот эта вот хорошая активность, хорошая такая агрессия, даже агрессивность и амбиции, они очень отличают Татарстан. И замечательно. И, конечно, очень важно, что всегда вот везло и во времена Шаймиева, и сегодня, во времена, когда руководит республикой Рустам Нургалиевич. Всегда была сильная управленческая команда, это тоже очень важно. Я от всей души поздравляю республику, народ Татарстана с таким юбилеем замечательным, столетием. Юбилей не самое главное, самое главное, с чем ты подходишь к этому юбилею. Татарстан может гордиться тем, что было сделано за этот век. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.